В этом месяце в Бахрейне состоится чемпионат Азии среди кадетов и юниоров. Отборы в национальную сборную Туркменистана по фехтованию прошли в Балканском вилаяте, где за победу боролись около 40 фехтовальщиков. Соревнования проходили среди кадетов и юниоров. В олимпийском городке Ашхабада проходят интенсивные тренировки сборной Туркменистана по фехтованию. Тренировки проходят два раза в день по 3 часа. Под пристальным руководством тренера все движения спортсмены оттачивают до автоматизма. Как поделился сам тренер, ребята показывают хорошие результаты на тренировках. Шпага, рапира, хемгалыч. Олонгем, учтенунгам, ойлайратинлакларва. Азия чемпионатында. Шпага горнышы бойынша Туркменистанның топоры чықседі. Шуперсоттан пейдаланып, форматлы президентіні да, арқадағылы қақырман сердарымы да, бізді дөретіп берген әқілі мүмкіншіклер үшін көп сауатын айдан. Тренировки у кадетов, которые поедут на чемпионат Азии, проходят в индивидуальном виде. Каждому из них тренер старается найти подход. По словам Арслана Агаева, конкуренция на прошедших сборах была довольно высокая. И тем не менее, благодаря упорству и тренировкам, ему удалось занять первое место и войти в национальную сборную Туркменистана по фехтованию. Мені, мен доғаным, мен тәлімшім Ахмет Агаев шу спорды ядырды. Яң яқыны Балқан өлайтында ярыш кетірленді. 38 тұрғынның арасында мен бірінші ер алып білдім. Азия чемпионаты ярышына тайынан. Шупыр соттан пейдаланып, форматы президентімізді, арқадағылы қақырман сердарымызды көп сау осын айтен. В последние годы этот вид спорта набирает популярность в Туркменистане, и желающих вступить в секции по фехтованию становится больше.